Всем привет, дорогие друзья. Всем привет. С вами, как обычно, Димка. Егорка. И добро пожаловать на обзор под номером 223. Карта Аксоса, карта очередная с дуэльного турнира, которую мы поставили на Варкап, потому что она победила в конкурсе лучших карт с дуэльного турнира. Поэтому Димон может позволить себе стоять на воздухе. Я имитировал это дело. Да. В общем, у Димона есть что сказать про эту карту. У него очень много роутов. А я покажу просто ее, а потом мы, собственно, слово Дмитрию предоставим, и он все нам покажет. Вот. Начинаем мы, собственно, на таком небольшом квадратике. Старт начинается у нас прямо вот где-то вот здесь. И здесь, прошу заметить, сразу везде клип. И именно Виапон клип, об который можно пострелять и об котором можно делать при желании ГБ, как бы. Дальше, что у нас дальше? Джамппэд, джамппот, такая горочка, и кто смотрел дуэльный кап, там тоже можно проплазмить. Я думаю, это самый быстрый путь как в ЦПМ, так и в ЭКУ-3. Я думаю, Димон потом подробнее расскажет, а мы пойдем обычным путем. Чё, нет? Нет? Я не знаю, как быстрее на самом деле. Я знаю, что они есть. Просто я бы там разгонял 1800. Ну да. А тут ты не разгонишь 1800. Ну тут да, бусты фиг вместе. Да, ну коридорчик тут два сделаешь. Ну да, ну в общем, падаем на джампад, берем просто так вот этот регенерейшн бесполезный. Нам дают хейст, и здесь мы, собственно, продолжаем прыгать. Здесь уже никакого клипа нету, здесь если вы упали, то вы упали. Ничто вас здесь не спасет. Здесь просто-просто прямая. Очень классная детализация у всей карты. Очень много брашворка. Потолок просто мега детализированный. Детализированный даже, как мы пока готовились. Димон нашел место, где не видно лампочек, но тем не менее они там тоже детализированы и всяко классно сделаны. В общем, кому интересно, можете сами прямо полетать как-нибудь спектатором по карте. Это очень красивая карта. Проходим в телепорт, нас выбрасывает в помещение. Можно забраться туда наверх, но так как у нас только плазма и ничего кроме плазмы нету, мы забраться туда не сможем. Проходим дальше. И здесь дают нам ракету. Здесь тоже прошу заметить Weapon Clip, чтобы можно было отстреливаться. Отстреливаемся, собственно, наверх. Здесь у нас лежат гранатки, которые можно будет при желании использовать, если вдруг вам захочется. Какие-то красивые гранаты, оказывается. Здесь у нас лежит ракета, и здесь небольшой есть косяк самого Аксоса, самого маппера, в том, что вот эта арка, она немножко выступает. Я не думаю, что он прямо так планировал. Это иногда очень мешало, но, как правило, как бы привыкается, и там уже просто не вплотную к стене, а рядышком пролетаешь, и все хорошо. В общем-то, берем патроны, и если мы падаем вниз, то нас бросают сразу сюда на старт. Если использовать гранаты, то, в принципе, можно так и делать, просто закидывать потом гранату. И нету почему-то плазмы. Так, у меня еще есть. Ну и вот. Тут идеально даже ничего делать не надо, грубо говоря. Залетается спокойненько, без лишних трудностей. Так что, ну, высота здесь такая приличная, и патронов Аксос тоже дает много. Плазма у нас ноль, заходим в телепорт. Те, кто видел, вот это, кстати, место. Ты выходишь здесь, и сзади тут лампочки разной высоты сделаны. Типа, этого не видно, ты вылетаешь просто вперед и не видишь. Даже вот эти ты не видишь. И, типа, не знаю, но это очень круто с его стороны. Это очень классная детализация. По бокам здесь телепорты. Здесь также Weapon Clip, чтобы можно было сделать бусты. И вот здесь дают нам гранаты. Гранаты, и вот это у нас неплохо сейчас было. Да, потому что кнопка, она вниз уходит, а внизу телепорт. Да. В общем-то, это у нас кнопка, от которую можно стрелять гранатами. И залезать нам надо наверх, так что давайте наверх и справимся. Здесь нам дают плазму, небольшие падики и следующий телепорт. Это у нас тоже кнопки,
по ним тоже можно стрелять. У меня по-прежнему, кстати, осталась одна ракета. То есть есть вариант сейвить как гранаты, так и ракеты, так и вообще все что угодно. Блин, я сейчас подумал, а ведь ту кнопку можно было 2x закидывать. Типа, выходишь из телепорта. Да, вот где кнопка, вот перед этим телепортом. И туда 2x с гранаты можно закидывать и вообще очень жестко вылетать. О, блин, что за... Вот это роут. Тут роутов просто много. Да, тут очень-очень много роутов. Есть. Смотри, у нас... он даже какие-то решетки специальные нашел, где посередине пустота. Где он такие вообще нашел? Может, он сам ее сделал? Возможно. Не знаю. Да, не знаю. Ну, по крайней мере, замоделить это такое 5 минут, по идее. Типа сделать модель, какую тебе надо, вот в плане каких-то решеток, это достаточно просто. Здесь у нас тоже везде плеер-клипы, чтобы это не мешалось, и где-то вот здесь мы можем врезаться из-за слишком... Опа. Даже здесь. Когда это происходит... Опа, что, кривые, что ли? Кажется. Ты их ровно не сделаешь, на самом деле. Ну да. Они всегда будут такими. Такие врезания в текстуры... невидимые происходят в основном из-за того, что очень-очень много врезанных брашей идет и невидимые текстуры. Да, и можно вот как вот я уперся, можно иногда зацеплять, и причем второй раз вы это не зацепите. То есть это, ну это скорее баг обработки текстур, видимо, чем вина маппера, так что. Хотя с другой стороны можно положить player clip везде, и никаких проблем вроде как встречаться не должно. Ну вот. Ладно. В общем-то, это у нас почти финиш. Здесь мы падаем вниз. Перед рампой нам дают еще две ракеты, при условии, что у нас было сохранено. И вот там дальше у нас... Yeah. Просто финиш. Yeah. Yeah. Обов здесь нету. Бифраг, дуэль кап. Все хорошо. Ну и Вадим, покажи нам все добро, что тут есть. Ну, на старте, допустим, есть вот тут вот буст можно сделать, а вот эту невидимую поверхность. Чтобы как бы сократить, ну, быстрее дойти до джампада. В общем-то, до джампада. Тут понятно, как бы по прямой 50 бустов, тут ничего интересного. Вот эта прямая, она такая вроде бы и незаметная. Я когда играл этот DDC, я хотел туда посмотреть, что тут есть, но так и не посмотрел. А зря, между прочим, тут кстати в этом клип. Да, то есть, ну это задумано именно маппер. Ну, с этим проходит примерно вот так. Кажется, это коряво, ну, как получится. Ну, ты сколько тут набирал? 1800, да? 1800, да, где-то можно. Не, ну, я думаю, можно даже и побольше. Но это, по идее, быстрее должно быть. Ну да, это стопудово быстрее, по-моему. Ну и вторая колка, она такая самая роута разнообразная. Ну тут перевыходить из телепорта нужно делать. Буст, естественно. Буст. И тут вообще, и тут начинается уже все, развилка. Тут можно либо делать РЖ, да, вообще. 25 для ФЦ. РЖ не могу сделать. Скрипт просто не сработал. Ну и тут сразу можно взять гренку и просто ее вот сюда вот кинуть. Вроде как по кутре это довольно быстрый роут, практически топовый, но есть ключ побыстрее, да. Можно и без гренки, то есть дойти вот до сюда, бустануть там, сделать РШ, 2х скинуть, как-то поймать ее. Можно еще один роут найти, это взять тут одну ракету, стрельнуть ее тут наперед и поймать. С плазмой, но у меня нет плазмы. Черт. Дай себе плазму. Сам. По идее, вот такой вот с ракетой самый быстрый, по идее, должен быть, да? Ну, по идее, да, потому что там вообще все экономится. А кто его нашел? Я понятия не имею. В онлайне, да, где-то кто-то? Я не знаю. Я просто его так, когда демки валидировал, увидел этот роут. Ну, вроде как он самый быстрый должен быть. Опа, тут, кстати, оп, Г. Ну, карта без лобов, так что... Ну тут при выходе из телепорта тоже бусты. Правда, я бусты делать не умею. Разглазил сам себя. Вообще не умею, да? А что такое-то?
Это no boost поверхность, я понял, короче. Это не я не умею, это, короче, да, поверхность, да, такая no специально. No угу. Ну и тут да, с кнопками есть такой прикол, если в них просто стрельнуть или просто ударить перчаткой, то так окажешься вот тут вот. Это тут не единственный косяк, кстати, с кнопками. Тут вообще так все просто. РЖС, кнопки и рогоматы. Вверх. Тут тоже weapon clip повсюду. Проходим, вообще не запариваемся. Стреляем, а вот нету. Ладно. И вот тут второй косяк с кнопкой. Если ее просто ударить, то она толкнет. А вот это, она работает нормально. А вот это криво. Зачем? Ну и вот эта комната, в принципе, тут тоже можно буст какой-нибудь навернуть, там, еще что-нибудь, ракету сюда засейвить, еще что-то можно сделать. Тут, в принципе... О, вообще бусты не увидел, понял? Нервничает, Тимон давно не писал обзор. Эх. Да, ну и вот так быстро проходит, в принципе. Ну да. Че, все что ли? Ну, пройди быстро как-нибудь. И перейдем, наверное, к дельке. Плохо словил. А чё, плазмы нету? А, смотри, в чем прикол-то. Если плазмить посюда, то такой болт уже не прокатит. Потому что плазмы не хватит. Вот что-то на обзоре новое выяснил. Поэтому тут надо делать густы, густы. Три плазминки потратить максимум. Минимум, точнее. Да щелоком. Ноубуст поверхности, что там сказал. Да, короче. Мапперы эти против бустов. Все. В натуре, блин. Весп стайл. А вот тут нет ноубуст поверхности. Все, изи делается буст, понимаете? Бусты это изи, ребят. Да, и вот. 46, хороший рекорд, я думаю. Предпоследнее место, наверное. А последние две цифры 96, если отзеркалить, то будет 69. Да. Ну и, в принципе-то, наверное, что тут про эту карту еще сказать нечего. Единственный маппер турок, турецкий. Как в фильме «Большой куш». Турецкий. Поэтому давайте пойдем смотреть демки. В общем-то. Есть одна, сразу скажу, есть одна демка у нас, которая не валидная, но некий unnamed player из Country Here прошел эту карту за 25.4. Мы ее посмотрим в самом конце. Это демка Овчаркина. И да, прошу обратить внимание и загнобить. Топовый челик не может разобраться с настройками. Так что, ребята, если... у вас что-то пошло не так, не расстраивайтесь, есть и похуже варианты. И, собственно, сам Аксос в ВК3 прошел сам эту карту за 40 секунд. Давай посмотрим. Да, давай. Я забыл уже, как таймить. Я тоже что-то ожидал, когда ты скажешь, что... Что он тебя сейчас делает? Он уже приближается к телепорту первому. Вот он в него зашел. Говорит, следите за этим мировым рекордом. Так, неплохой РЖ, перепрыгнул гранату. Он туда гранату перепнул. А, ну да. Перепрыгнул. А чё Аксос что-то грену даже не поднял? Странно. Хм. Да, ну он... Маппер, конечно, он хороший, но игрок, как мы видим... не самый лучший. Интересно, как он с таким скиллом тестил вот эти вот 2x? Никак, я тестил. А, ну, все понятно. Я почти все карты тестил. Так, ну и да, в принципе, прошел, просто прошел, нигде особо не запнулся. С первой попытки, скорее всего. Да, надо было сервер тайм посмотреть. В общем-то, лунтик. Давай, я когда говорю имя, ты нажимай, а я... потом чуть позже нажму. Давай. Давай. В общем-то, лунтик 43.6 на
6 секунд практически быстрее. Лунтик перебил самого Аксеса, это тебе не кухры-мухры. Сервер тайм 15 минут у него. Стрейф, кстати говоря, неплохой по прямой. О, смотри, без гранаты, без ракет. Вот заюзал эту ямочку. А если в ЦПМ так тоже можно? Ну и в ЦПМ так можно. Но вряд ли это будет быстрее, не знаю. Так, здесь все у него достаточно быстро. Давай, лунтик. С гранатой концовку. Интересные какие. Да, чтоб наверняка. Ну, прошел тоже чистенько, нигде не запоролся. Еще неплохо. И показал роут интересный нам. Поэтому приз за оригинальность пока что у Лунтика. Лунтик, давай, держи, не выпускай. Хардкор на 300 перебил Лунтика. Всего лишь на 300. Ну, в ВК3 эта карта не такая прям, чтоб динамичная, конечно. Ну, в ВК3, в принципе, не динамичная физика. Ну, хотя бывают карты такие, прям нормальные. City Rocket, например, да? Ну да. ФВЦшные, много карт таких. Так, брал гранату, наперед не выкидывал, выкидывал наверх. Наверх, кстати, тоже неплохо. В итоге у него, по-моему, ракета должна была остаться. Откуда? Он ее даже не взял. И там же триггером дает. Триггером дает после. РЖ, да, сил. Эх. Ну вот, кстати, смотри, он финиш сделал намного быстрее, но у него середина была, получается, гораздо медленнее, чем у Лунтика, где Лунтик просто поднялся с плазм. У него, кстати говоря, на финише плюс 35 чекпоинт от меня. Плюс 35? Да, секунд. А, ну че ты, блин? Так, далее, в общем. Марк на 3 секунды целых перебил. Марк — это растущее, подрастающее у нас поколение. Айдишник ДМК почти 666, но нет. Но нет, да. Если одну шестерку передвинуть... О, это та темка, которая очень долго начинается. Да? Да. Так, тайпскейл 5. Так, он у меня пошел, все. Все, попрыгал, да. Так, он проходил как раз-таки сбоку. Угу. В ВК3 в любом случае это должно быть побыстрее, потому что... Вот тем роутом как-то особо, наверное, не пройдешь. Кстати, я так подумал. Да можно. Если... О, 2х скинул, неплохо. Очень классно словил, да. Да. Я тут подумал, если там плазмить по той боковой стенке, и если там нормально словить ракету, то, в принципе, там 15 плазмы хватит. Ну да. Ну, я так думаю. Ну, посмотрим, может быть, пес так и сделал. Ну, если при этом еще там проплазмить нормально, чтобы осталось 30 патронов, думаю, норм будет. Ну, прошел, опять же, чистенько и как-то без изысков, но вот этот 2х очень классно словил, я думаю, что показалось даже в какой-то момент, что он его типа как-то случайно так словил, так получилось, но не знаю, пусть он сам... Если что, напишет нам в комментариях. Мы узнаем про его скиллуху что-то новое. Нюк. 36,6 на 4 секунды на 3,4 перебил Марка. Нюк, я помню, я вот никогда не забуду. Он нас очень удивил на обзоре Ник Саммер Капа на карте Ника. На карте еще MG Cup от Ника тоже. Нюк вообще удивляет, часто. А, не, да-да-да, на этом, на MGK, да, не на Nick Summer Cup, не на NCS. Да. Так, пока все хорошо. Ролл с 2х выглядит красиво, но он не самый быстрый, что обидно. Да, как оказывается, пока что, по-моему, у Лунтика самый быстрый вот эта часть, то, что он вообще никуда не шел, просто заплазмил и все. Я, говорит, человек простой.
Player name, кстати, карта СКС. Это, по-моему, отсылка к прошлым каким-то обзорам, где я говорил что-то про Денюк. Я ж так не вспомню, но да, Нюк. Молодец, Нюк, молодец, молодец. В этот раз шутить не буду. Ну, прошел хорошо, да. Так, Икарус. 33.9 занимает четвертое место. Перебил на... Получается, 1.7 где-то. Ну, 2 секи, в общем. Почти идеальный айдишник. 6.9.4.9. Да. Через джампад и в бок. Это как-то странно, не? А вот он использовал. Во-во-во, я говорю. Говорю, если нормально поймать ракету, то все хватит. Это я просто рак. И не смог ничего нормально сделать. Ну, значит, пес так и сделал, да. Ну, классно, классный лапан. Вот она, быстрая дорожка. Проплазмил тут еще. До нуля патронов. Неплохо. Ууу, до финиша кое-как долетел. Да, очень так. Не знаю, не знаю. Что, не знаю, надо его похуесосить. Где он? Где он был неправ? Что-то мы его все время хвалим. Давай. Так. А, ну финиш медленный, да? Финиш говно. Да, финиш вообще фу, блин. Старт говно. Аркаон, старайся лучше. Че? Стрейфи лучше. Да, старайся лучше, короче. Да, вообще. Да, все, Барсик на 300 быстрее, чем Икарус. Из Украины, стало быть, это не Гризли, как я предположил чуть ранее. Окей. Хотя можно написать Украина, типа, это же не геолокация определяя. Ну. Не знаю, кто такой. Ладно, я тоже там напишу, что я из Москвы. Да, что да. Я москаль. Точно так же, кстати, с... Слушай, он... Но это не новичок явно. Типа, кнопка вперед сместил, типа вот это вот, это не это. Что-то. Ролл такой же, как и у Икаруса, просто чуть-чуть побыстрее. Ну я что-то помню, вроде какой-то Барсик был еще на DF.ru. Барсик. Не знаю, Барсик, если ты смотришь это, пиши, пожалуйста. Напиши свой старый ник в комментариях, я тебя по-любому знаю, может быть, даже и Димон тебя помнит. Он, кстати говоря, финиш-триггер кое-как задел. Он же только по тому квадратику потыкал. Да, да. Там прямо краешком хитбокса зацепил. Так. Третье место это было. Поздравляем тебя, Барсик, с этим местом. Барсик, красавчик вообще. Но монстрик, тот самый БГ-рок, перебил тебя на 400. Целых 400, Барсик. Старайся лучше, брат. Я понимаю, что ты очень хорошо владеешь выкутри физикой, но не лучше, чем монстрик. Олдскул, как всегда, тащит. Да. А чё, через джампад, что ли? Ну, походу, но это для экономии патронов, видишь, они все роут юзают. Этот вообще в стену выкинул, я словил ее от стены, лол. Жесть, на развороте, жесть. Монстрик вообще жоп. Это монстрик как раз сам. Монстрик прям бот какой-то. Проплазмил немного. Да, мы финишировали. Неплохо забить. Даже с рампингом показалось. А рампинг в Q3, это, между прочим, не хухры-мухры. Да, это вам не это самое, это самое. Поздравляю с серебром, монстрик, вообще красава. Да, и золотом у нас уходит Ken X из Тагльятти. На... Сверхкрасава. Сверхкрасава. Плюс 500 сделал. Красава плюс. Так, тоже с джампадом. Угол с плазмы не очень. Уже не очень красава. Да. Ракету неплохо поймал, ракету вообще просто идеально получил. Словил, да, очень круто. Блин, можно по-любому двоих здесь гранат сделать. Прям в жопу чуть. Типа можно, Я там точно две гранаты, да? Да, да. Минус джамп не сделал. Да, это минус. Минус. И финиш не очень быстрый, тоже минус. Кен Экс в итоге
Красава минус. Да, без плюса. Я-то думал, там какой-то робот он просто сделал чуть побыстрее. Но он, в основном, основной плюс, я так понял, у него в том, что он словил ракету хорошо. А остальное не дотянул, и из-за этого у него так случилось. Но, тем не менее, первое место. Большой-большой красава. Переходим в ЦПМ. Сенат 49.1 из России. Не знаю, кто это. Может быть, кто-то из новичков. Может быть, кто-то из старичков. Ну, по всей видимости, кто-то из новичков. Потому что последнее место. Так. Используется твой конфиг. Да? Да. Где ты понял? Где? Как? Что, где? По сервернейму. Ага, смотри. Как... Сервер тайм 75 минут. Молодец. Играл, тренировался, брал гранату, пошел, значит, кинул наверх, затаймил. Но это кто-то не из совсем новичков, потому что гранату кверху таймит, а это такая достаточно олдскульная тема. Ну, типа, знают не только лишь все. Не долетел тут с гранаты, к сожалению. Ну, он эту инфу, видать, с твоим конфигом получил как-то, не знаю. Знания передаются через конфиг. Блин, было бы так, это было бы вообще круто. Ну, взял, понакачался 1000 конфигов. Все. Вес попросту. Играешь, как не хочу. Ну... Ну, прошел чистенько, запнулся единственное на гранате. Я думаю, что стоило, наверное, попробовать перепройти и не запнуться на гранате. И перебил бы, наверное, Евгена, который сделал нас ровно на секунду быстрее. С Пензы. Молодой человек, который нас также поздравлял с Новым годом. Как и Димон. Я, как и все. Евген у нас играл 2 минуты всего. Собственно, отсюда мы понимаем, почему такой тайм. Евген, Евген. По телепорту не попал. Брал гранату. Не таймил ее, просто закидывал вниз. Как-то странно. Гранату кинул. Даже курсор вниз не довел. Ну, Евген, ничего не стало. Ну, столько его... И не долетел, ну Евген, я же знаю, что ты можешь, но вообще ничего не старается в натуре. Ты посмотри. Опа, заскинил фистелку, видел, когда? Да. Ну, финишировал. Финиш хотя бы без остановок прошел. Ну, хотя бы, да, хоть финиш нормальный. Так, Дукач на целых 3 секунды перебил из УАА. Давайте посмотрим. Дукач, все мы его знаем, любим, давно он у нас присутствует на варкапах. Всегда тоже бывает, радует. Hey you, нет, ты, hey you. 5 минут сервер тайм, тоже, наверное, не особо старался. Угол с плазмы не самый хороший. Плюс 500 от меня. Минус 200. Как он разворачивался, ты видел? У него сенса Хокса, походу, там 30 сантиметров просто. Смотри, все какие продуманные. Ниже всегда подлетали, чем нужно. Тоже не долетел до верха. Блин, а чё, ну неужели типа РЖ нельзя сделать нормально? Ну чё, ребят? Ну, они как-то, знаешь, даже по земле скользили. Не стараются, что-то впал! Он впал в эту дырочку, что? Да, вот эта дырочка, кстати, тоже мешала. Подстава, да? Там. Да. Ну, прошел нормально, как бы... Не знаю, стараться, конечно, надо лучше. Угол с плазмы не довернул, потому что когда ты под потолком, тебе нету нужды уже набирать горизонтальную, точнее, нет нужды набирать вертикальную диагональную скорость. Тебе можно полностью угол переставить в горизонтальную и получить там очень-очень много усов. Это касается абсолютно всех, у кого будет такой минус, я буду всем, наверное, говорить. Это такое основное, потому что здесь больше особо негде. Ну, типа, да, стрейф, единственное, вот RGS гранат и, по идее, все. Ну, финиш. Такие из основных моментов. В общем-то, Аксос на секунду практически перебивает Дукача из Туркеу. Player name The Mapper. И сервер тайм 2,5 минуты. Не особо старался-то маппер на своей карте. Ну, мог бы на своей карте и постараться. Ну, в натуре, а то как этот... Кто там у нас не старался?
Евген. Евген. Не вообще не старается нигде. Гранату хотя бы кусок вниз довернул. Ну. Гранату словил нормально. Рокетджамп хороший. Точнее, гринейджамп. Бустов нету. И тоже гранаты, да, как и выкупили. И даже не, по-моему, не словил толком гранату. Точнее, он гранату словил, а рокет у него куда-то в молоко половину ушла, по-моему. А, да. Итак, далее. На 600 плюсом. Вейл. Россия, Москва. Давай посмотрим. 600 акцесса перебил. Я думаю, что здесь будет другой финиш. И, возможно, где-то за пара нас на средней дистанции. Конфиг Зерга. Модель Зерга. Возьмил мне сбоку. Прыгал спереди. Минус 500 первый чек. Но это такой чек. Неважно. Потому что у меня тут тайм не стоит. И вот пока что единственный, кто кинул гранату наперед. Словил ее. Словил ее, да, нормально. И дальше начал прыгать. Выпрыгов из телепорта не последовало. Боковыми стрейфами себе спейсинг поднаработал. Ну, видно, видно, что новичок. С неплохими такими углами. Да, видно, что новичок конспектировал теорию дефрага. То, что мы записывали когда-то давно. И отлично финишировал. Вообще просто реально красава. Если ты хочешь получить некоторые более подробные рекомендации, ты можешь посетить наш стрим, мы с тобой посидим, я могу твои демки поставить и так далее. В общем, если что, пиши в комментарии. Походу реально новичок и очень рад тебя видеть здесь. Так, батя, он же Эдик, он же... Не буду... Нео Эдик. Он же, да, Нео Эдик. На 4 секунды быстрее из Пскова. Батя... Это твой батя, Дима? Нет, это какой-то Сидиус, короче. Сидиус, короче, ага. Сидит, типа, маппит. Да. Та же самая проблема с углом. Доверху добрался, угол оставил тот же самый. Очень много скорости на этом потерял. Выпрыг не получился. Сделал рокетджамп, взял гранату. Наперед ее не закидывал. Просто кинул под себя, хотя бы мышь довернул. Плохо ее словил. Уз, да, перед телепортом. Все хорошо. Рокетджамп. Гринджамп хороший. Гранату не завезла. Да, одна граната у него лишняя. Хотя ее можно, наверное, вниз как-нибудь кинуть и потом ее словить. Это ник ставит. Да. Да, ну прошел. Нормально. Прошел хорошо. Ничего не скажу, да. Единственное, у него все рокетджампы, они типа под себя. А можно было их немного диагонально назад кидать, чтобы придавать себе еще больше скорости. Так что да. Скайлин перебил Эдика на 3 секунды из Украины. Скайлина мы кикнем, потому что он в StarCraft играет. А Эдика кикнем, потому что он... Что Эдик? Я не помню. Такой секой. Да. Неплохая попытка сделать буст. Да, почти удачная. И, кстати... А, ну они с Лунтиком, походу, там, это... Подружки. И у них раут один. Ну, слушай, реально быстро, походу. Ну, походу. Сколько у тебя плюс? Плюс 400. А, лол. Чуть ли в ямку не попал в конце. Да, ну прошел хорошо, очень-очень хорошо прошел, очень быстро. Конечно, местами, ну, как местами, везде не дожал, но тем не менее прошел хорошо. За что тебе лайк, Скайлин, молодец. Из Ту, из Латвии, на 600 перебил бедного украинчанина, как их называют. Вот, идеальный айдишник демки, 66646. Для пуза просто. Да, это может это пуз? Возможно.
Севернейм. 20 минут почти. Бархамет, ну тебя везде узнал. В натуре. Где я, ну, кинул наперед, за тайну. Да, пропустил. Только она его оттолкнула слегка. Ну, выбрать получился хороший с телепорта, и потом рокетджамп хороший, и здесь тоже гранату использовал. И здесь тоже финиш очень хорошо реализован, правда, как-то мышку там, типа, стрельнул, и, типа, сзади такой ее проворачивает, как будто, я не знаю, как-то странно, своеобразно, да, но все равно, молодец, единственное, скорости не получил от этих ракет, но, тем не менее, прошел нормально. 33.8 на 2 секунды перебил латвийца Damned Light, просто, просто красавчик. Damned Light вообще, он на стомпе, я его прямо нахвалил. На Абидосе он сейчас, наверное, херню какую-то сделает. Правый СиДжей, понял, да? Так, почти сделал буст, да. Ой, запоролся от лестницы. И просто тоже. Это вейт. Да, ну это походу... Граната чисто под себя. Да, под себя, это тоже не совсем правильно. Использовал вторую гранату. И финиш, кстати говоря, очень быстро. Лишних прыжков не делал. Залетел. Угу. Да, ну я красавчик. Я что-то три восклицательных знака послал. Да? Да, но это была демка. А. Ну, кстати, вот на момент, когда там слайд прошел, а в Чаркина было 26-7-0. А у Энджи, а у меня 32-0. Блин, надо перепройти, походу, или нет? Не знаю, не хочется. В общем, так, что у нас дальше? Лунтик перебил Данет Лайта! А нет, Лунтик нет, какой? Нет, нуб. Нет, Лунтик не нуб, нуб Казахстан. На 600. Все, давай, нуба ты запустил? Да, да. Да. Нуб, да, это да. Же CPM X7. Да, да, из казахстанский вот этот мальчик. Он, кстати, это говорил, что у него есть демка, ну, точнее, он прошел эту карту за 28, но демка не сохранилась. Ага. У меня есть демка за 23, но, точнее, я прошел, но, увы, не сохранилось. Кинул ракету чуть выше, чем нужно, очень хорошо затаймил. 73 убил. Выпрыг, не использовал вторую гранату. Не блестил. Ну, понятное дело, у него это типа, не самое лучшее. Да, ну вот, ну прошел, не знаю, ну средненько. Такое бывает в жизни. Роуд использовал вроде как, ну как бы топовый получается, с ракетой наперед там, да. Но он, опять же, он получил ракету, он целый пат еще там потом пропрыгал. И потом только кинул ракету, это очень много времени у него заняло, нужно было сразу ее кидать. Это вот единственное, наверное. Лунтик перебил нуба и Damned Light, все равно это не отменяет того факта, перебил Лунтик нуба на 400, ровно. Сейчас посмотрим, какую грязь сделал Лунтик. И Лунтик, скорее всего, использовал тот же самый роуд, как и в Q3. В Q3 он, кстати, единственный, по-моему, так поднялся, сделал... Во, пустой! Еще... третий вулс, Лунтик! Брат, мне ноги! Ты что ты делаешь? Таймскейл репортит, я думаю, это все... Таймскейл! Давай, Лунтик! Вот, вот просто Лунтику респектули летят сейчас. Еще пуст! Запереконспектировал просто у вас, Лунтик, что ты делаешь? Просто, блядь, я говорил на стомпе, в обзоре стомпа, что верю, что у Лунтика настанет тот момент, когда у него просто начнет все получаться, и он всех будет пиздить, грубо говоря. И вот, вот оно началось. Бежим, Димон, ты видел эти пусты? Жесть. Просто, я реально, это искреннее удивление и радость, Лунтик, просто красавчик. И с Новым годом тебе. 31.4. Год хулиган. Перевел Лунтика на... Сколько? 1.4. Да сколько-то? 1.4 перебил.
Давайте посмотрим. У хулигана, возможно, не такая зрелищная демка, но более быстрая. Опять же, проблема с углом для плазмы. Сразу практически запустил ракет. Ты видел это? О, как он ее так словил хорошо. Вот это, Паша, ты прям... Блин. Старые добрые времена, когда ну, ты, я, так он, не, он в старых добрых даже такого не вытворял, ты чё? Это уже новые какие-то добрые времена начались. Очень хорошо, очень-очень хорошо. Очень классно прошел, хулиган прям порадовал. И самое вот классное, то что он на развороте, типа такой в прыжке, кинул ракету, типа такой развернулся, такой... Это нужно мувик, знаешь, какой-то, типа, блин, ну круто, это круто очень выглядит. 38 сделал кипиш, перебил хулигана на секунду. Кипиш у нас из Челябинска, чувак суровый, поэтому все, кто после него, я думаю, будут прокляты. Неплохо. Самим кипишем. Хорошо, что я демку не послал. Да, и я. Не играет он у нас больше динозавром, потому что я его попросил. Угол не самый хороший, но, тем не менее, лучше, чем у остальных. Тоже на развороте кинул ракету, и также очень хорошо я словил. Очень быстро поднялся. Теледжамп не получился, к сожалению. Каким-то образом граната ему не дала скорости. Да. Я не понял, как. Да, очень странные дела. Как он так успел вообще отстрелиться? Да, кипиш. Кипиш красава, конечно. Тоже прошел очень быстро. Но лунтик пока, не знаю. Лунтик пока красава плюс-плюс. Я не знаю. Так, Барсик. Нет. Да, нет. 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 Икарус. 29,7. Из советских юнионов. Давайте посмотрим. На 700 перебил. Что-то у меня с математикой сегодня плохо. Автобус нам покажет. Автобус? Почему автобус? Икарус так, это автобус? Да. Автобусы такие компании всех фигня. У него же сервер Milky Way. Кстати, у него сервер тайм 44 минуты. Блин, надо было у Лунтика сервер тайм посмотреть. Я думаю, там 120 минут каких-то. Минимум. Да. Да, но пока все очень быстро. Ой, ракету последнюю запорол. Фу, Икарус, фу. Фу, Икарус, фу. Не дала она тебе совсем скорости. Так, подожди, я хотел... Сейчас я посмотрю сервер тайм Лунтика. Слишком уж интересно. Сколько он получался тебе? 76 минут. Неплохо. Неплохо. Но это пока что лучший результат. Так. Парсик 28.4, новичок, который не новичок, перебил Икаруса на секунду и 3. Из Украины. Смотрим. Парсик играл вместе со Степаном, вместе со всеми на севере. Юша Метелкин, там и нуб понял что-то. Что-то он там понял, да? Это бинт, короче. Из-за этого аркаута. Так, ну словил ракету хорошо. Еще и буст получился. Говорит, в пизду и это варкапы и заходит в игру. Там где-то запятая, наверное, должна. О, финиш у Барсика очень классный. Финиш вообще очень быстрый. Финиш реально очень быстрый, 1600 на выходе, это очень классно. Плюс сделал буст еще перед гранатами. Это тоже дало ему такой свой очень хороший плюс. Но тем не менее, Пулз его перебил на 400. Пулз, мы знаем, что Барсик это ты, не стесняйся. Или кто Пулз, или не Барсик. Пулз. А что это за... Окей, ладно. Что это за страна такая, and God help? Не знаю. Вот, кстати, угол... Тоже не самый хороший, но он хотя бы в потолок не бился. О, он вообще без прыжка кинул ракету, не очень хорошо ее словил, но тем не менее выглядело это очень круто. И хороший буст у него получился, 1000 на выходе. 1200 в итоге телепорт. Неплохо. Вот это... Фуз, ты... Вот это фуз, вот это сейчас нормально.
Вообще, красава плюс-плюс, короче. Не, красава плюс. Красава плюс-плюс это лунтик. Все-таки по меркам пуза это типа норм демка, блин. Да. Так что, плюс. Старайся лучше, блин. Почему лунтик старается, а ты нет? Евген почему вообще, вообще не старается? Что за фигня? Плюс фрейм. Как эти. Как кто? Как эти. В натуре. Плюс фрейм сделал Торжей. Это у нас старичок, который камбэкнулся вот-вот буквально вот недавно. Очень-очень приятно тебя видеть снова в строю. Давай посмотрим. Еще один человек, которого я буду путать с Торнером. Походу. А Торжей же из Беларуси вроде. Что за фигня? Походу нет. А почему Раша? Ты переехал? Он не прыгал, он сразу начинал плазмить. Очень хороший угол, кстати, поставил 1600. Ну это дедовское уже вот это вот. Он знает свое дело, просто он вообще не парится. Ракету кинул, поплазмил 70 градусов, все у него прекрасно. Еще и буст на 900 получился, на выходе 1100, больше, чем у Буза. И вот, вот он, вот, 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 да. Вот, просто. Неплохо. Просто, да, просто взял и прошел. Говорит, что за цена? Да, но какой ценой? Да. Но какой ценой ты поставил? А подожди, а я посмотрю, ну, типа... сейчас я посмотрю сервер тайм и скажу какой. Так. Что у нас там по сервер тайм? 88 минут, пока что лидирующий. Красава, красава, тот же, все у тебя хорошо. И третье место занимает у нас Avenger, он же ES Roddy, он же человек, который был с Веспом в одной команде. 27,9, давайте посмотрим, перебил на соточку. Ну, на две почти. Вот это бусты у него эпические, конечно. Вот это нормально. Угол не самый хороший, но... не очень. Тильджамп не очень, да, получился? Плохо словил. Блин, ты это видел? Ты это видел, как он туда залез? Блин, у него как-то все так в пикселях. Мне вторая часть идеально прыгнула. Я умираю. Будь здоров, там. Спасибо. Блин. Топ-2 в онлайне. Ну, что я могу сказать? Во-первых, да, у него вот все моменты, они как будто бы, типа, недотянуты немножко, кроме финиша. У него, тут он ракету не очень словил, тележамп не очень хорошо получился. На старте буст не самый хороший. Проплазмил хорошо, но все равно, типа, можно лучше, и он об этом знает, я думаю. И вот эти вот все моменты у него вот так вот типа скомкалось, и вот в плюс 300 реализовалось в ZQN и в Коше в дальнейшем. Поэтому давайте посмотрим ZQN, который сделал плюс 300 от Роди. Я думаю, ZQN уже зазнался. Competition у него Kiddies Revenge. Не знаю, не уважаю я такое дело, вчера. Давай, ZQN там. Вместе Kiddy? Да. Что бы это значило? Ну, типа он, наверное, меня хочет везде перебивать. Возможно. О, смотри, короче, он пролазмил его до стенки, потом ракету стримил. Да, а можно было с перчаткой, на самом деле. Ну, это он, типа, кинул плазму, чтобы понять, где там она, ракета. Это неплохо. Ну, это да, ну, в хороший. Ну, типа, там все равно не... С другой стороны, типа да, это очень классно, я не спорю, это очень круто, но с другой стороны, там не километровая какая-то стенка, которую фиг пойми, которая, ракета, которая летит там 3 часа, чтобы понять, куда она прилетит, типа, ну, как-то, не знаю, типа, понятно, что ты же видишь, вот она у тебя стена, грубо говоря, перед тобой, вот ты кинул, вот у тебя, ну, я не спорю, мув хороший, но все равно, для более быстрого исполнения нужно было с перчаткой. Ну. И Коша перебил ZQN на 200. Просто Коша, просто красавчик. Коша возвращается в ряды. Я вижу, что все у нас возвращаются постепенно в ряды. Это очень хорошо. Все возвращаются, а я наоборот выхожу как-то постепенно. Все больше не играю, не играю. Всех камбэкнул и ушел. Нормально. Так, хороший буст. Использовал джемпад. О, неплохо скорость набрал. Вот, вот это угол хороший. Вот это я понимаю. Вот Коша, красава, все. Тоже кинул хорошо ракету, отлично ее словил, хорошая плазма, буст. Еще и выпрыг хороший, и буст тоже хороший, все у него хорошо, и 1100. Не знаю, у Коши слишком все хорошо. Тоже, но... Блин, да. Ну слушай, Коша вообще красава. Ну.
Коша, красава. Да, и поздравляем тебя, Коша, с первым местом. Коша, ты просто реально красава плюс. Но, извини, Лунтик все равно красава плюс плюс, тем не менее. И есть у нас демка, которая не попала ни в одну из таблиц. Ни в, даже в инвалидную она не попала, потому что он ее не залил. А он не мог ее залить же. А, ну да. Ну, без разницы. В общем, пес 25,4. Хм. Мировой, знаешь, рек, да? Получается. Ну да. Я, знаешь, такой запускаю, короче, демку, и тут написано, типа, playing demo, там, DDC, такой-то time, и пишется, короче, Коша. И через секунду сразу же unknown player. Это что-то значит. Ого, неплохо. Ну вот это основное. О, два буста вообще, все быстро, все слишком быстро. Ты, плазма. Ну блин, ну нам можно было побыстрее, типа, ну камон. Да, можно было бы побыстрее немного. 24, я думаю, надо. Да, изи вообще. А чё, плюс 400 прям? Ну да, я думаю, да. У него, не, у него реально... У него медленно, сейчас я скажу, у него медленно... Давай с таймскейлом его запустим, 0.5. У него медленно было, сейчас я скажу, сейчас... Надо как-то еще затаймить нас. Вот у меня пошел. Пошел только, вот, да? Вот он прыгнул, вот он, да, сделал буст. Хороший буст получился. Здесь все хорошо, здесь вообще без... Как бы без базара, 1700, хотя можно выбить побольше. Вот здесь, допустим, плюс 100, к примеру, да? Ну, плюс полтос. Здесь, ну, тоже все быстро, здесь хорошо. Ракету словил не очень хорошо. И вот здесь он потерял около 200. Наверное, 100, ну, 100-150 точно там при телепорте. Здесь все хорошо. Рокетджамп хороший. Здесь плазма тоже нормальная. И вот здесь вот он, наверное, где-то соточку-две точно потерял, потому что вот этот момент он все медленно это сделал. Финиш, конечно, сам по себе хороший, но этот финиш, он делается достаточно стабильно. Поэтому... Ну, я думаю, что 24. Я думаю, он, ну, он мне сам написал, что это чуть ли не единственная демка за последнее время, которая ему реально нравится. И давай KenX также в таймскейле запустим. Так, скажи, когда запустим. Запустил. Вот, и... Типа, она ему прямо нравится, но есть недочеты, где дожимать, поэтому давай старайся, пес, лучше, а то на ДФВЦ я тебе не дам вздохнуть спокойно. А так он будет участвовать в ДФВЦ, да? Я не знаю, о чем говорил, не будет. Ну, типа, там, что-то вроде в армию забирают. А. Да не, да успеет, наверное. Я не помню. Кстати, у меня есть обновленная информация по ДФВЦ. Ну ты ее, конечно, не скажешь. Да, я ее продам за 2 битховена. Ребята, покупаем. Куплю себе комп, буду стримить через процессор. Показали, кстати? А? Мы дырку-то показали? Нет. Ну и ладно. Ты не узнаешь, что на карте есть дырка. Дырка на карте есть, ищем, ребята. Дырка. Пиши в комментариях, кто нашел. Единственное, вот, ну, KenX, конечно, да, он топ-1, конечно, на DFComps, но демка, естественно, не самая быстрая, тем не менее, прошел я хорошо карту, сделал лишний джамп, конечно, ну, есть недочеты. Нужно было стараться лучше, сервер тайм полчаса, но я в защиту KenX скажу, что у него сейчас дома ремонт жесткий, ему абсолютно... Некогда эти ваши игрульки все играть, поэтому... Поэтому такие дела. Так, показываю сейчас я вам, значит, браузер. Если я браузер захвачу. Так. И вот WarCup 223. Давайте по традиции напишем туда какой-нибудь комментарий. Пустим. Все молодцы. Старайтесь. Парсик. И Буди какой-то. Не, Битерман. Так. Чарскин демку. Ла-ла-ла. Покажет бои.
Да, вот я показал. О-о-о. В общем-то, такие вот результаты. 20 демок ЦПМ, что, безусловно, приятно видеть. 9 демок у нас в ИКУ 3, тоже очень приятно видеть. Минус у нас получил единственный лунтик в ИКУ 3 и Numbnet Light в ЦПМ. Лунтик также получил плюсом 15 за ЦПМ демку, которая у него 10 место. Очень-очень классно он ее прошел. Ну и на этом все. Все, ребят. Всем спасибо. Спасибо Димону, что поучаствовал. Не за что. Было приятно с вами вновь вести культурно-образовательные беседы. Поэтому все, ребят. Всем спасибо. Пишите обязательно комментарии, ставьте лайки. Приходите на стримы, подписывайтесь на Twitch, подписывайтесь на Димона ВКонтакте. У него обязательно будут какие-нибудь обновления когда-нибудь, но это не точно. Конечно. Все. Все, ребят, всем спасибо. Всем пока. Би-би.